Приветствую, дорогого зрителя, на своем канале. С вами Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Расставил как на центральном рынке. Это хризантемы, которые горшечные, я показывал, попробую вырастить в этом сезоне и показать, как это будет выглядеть. Они выглядят компактно, шары небольшие, и я их сейчас буду забирать домой. В этом их, собственно говоря, удобство. Что мы сделали в этом сезоне? В этом сезоне мы так же, как, собственно, в прошлом, вырастили виноград. В этом году я показал вам полноценные кусты четырехлетки, уже со сбором урожая. Вот сейчас альфу собираем. Один куст у меня альфы для компотов, он для вина идет хорошо, из него обалденный получается компот. Видеорецепт должен быть у меня на канале, на пикничке точно знаю, что есть. Ссылочку на пикничок я напишу в описании под видео. Пожалуйста, поддержите подпиской, там моя другая сторона дачника. И также вы видите георгин, горшечный вариант, вот он в цветении, во всей красе. Сегодня у нас 30 сентября, конец сентября. Хризантемы разные, тут и корейская, и букетик составил. На столик поставить, вас порадовать. Сегодня теплый денек, и какие у нас планы на будущий год? Посмотрите видеоролики, мы были в этом сезоне, посещали ЛПХ Макаревич, другие красивые места, это ездили в другие регионы, Владивосток, Уссурийск, посещали питомник, посещали красивые места, дендрарий, были на одной прекрасной даче в Кипарисово, там у людей я обратил внимание, и видео выйдет чуть позже этого ролика, обратил внимание на карликовые сливы и карликовые персики. Я приобрел уже для себя пока один саженец персика и один саженец сливы. Слива Антонина, а персик сейчас не вспомню. Ну, это есть в обзоре название, где я указывал цены местного производителя. Брал их у Сергея Владимировича Чудопалова. Он так хорошо рассказал про выращивание персиков, что у него действительно растут даже на болоте. А почему бы мне на острове не попробовать вырастить? Тут многие говорят, что даже абрикосы якобы не растут. Хотя еще, кстати говоря, те, которые мимо абрикоса много лет ходили на причал. Сейчас, естественно, там берег уже давно обвалился и абрикоса нет. Сегодня настолько тепло, что даже проснулась мошка и комары. Еще какие-то москиты. Неожиданно просто. И со следующего сезона я хочу именно этим заняться. Вырастим персик, вырастим сливу. И будем прививать на войлочную вишню подвой. Я уже накопал, уже посадил. И надеюсь, он перезимует. Я в том месте уже брал. Эта вишня у меня уже в этом году плодоносила. Мы уже поели, ну, такую хорошую кружку ягоды с нее собрали. Крупная, хорошая. Не всем она у нас нравится почему-то. Вот, знаю, сын, допустим, больше любит во дворик. Вышел, у нас во дворе много вишни растет, там порвать. Ну, мне в детстве тоже так было. Казалось, что у соседей почему-то вкуснее. Хотя у самих росла вишня. Зимой мы будем также, я забираю домой маточники, я покажу, как они хранятся, мы покажем, как они размножаются, укореняются. И петунию на хранение заберем тоже домой. Я покажу, как я ее, кто не видел. Есть, конечно, видео про это прошлогоднее. Можно его будет посмотреть. Но я все видео буду подавать вовремя. Возможно, также выгоним цветы число в число к празднику. Я прямо заранее буду дней за 10 начинать снимать посадку луковиц, гиацинтов, скажем, чтобы вы уже подготовились и по моему видео сориентировались, быстренько купили и своим дорогим родственникам, друзьям, подругам к празднику, ну, к Новому году, к 8 марта, например, выгнали собственноручно цветы. У меня есть отдельный плейлист выгонки луковичных. Также я еще покажу, как мы храним луковицы гладиолусов, как мы храним черенки винограда. Будет еще обрезка, будет еще в этом сезоне, еще месяц нам осталось сюда ездить. Будет видео немало, и видео я уже заготовил на зиму.
То есть с тех самых поездок с Уссурийска Владивостока еще будут выходить немного видеороликов. Смотрите все мои видео по плейлистам, пишите в комментариях. Я стараюсь отвечать, даже бывает, ну, когда на ногах, у меня на работе даже телефон всегда включенный, я вижу комментарий, я стараюсь сразу же на него ответить. Но иногда кажется, что человек, задавший вопрос, есть такие вопросы непонятные, без знаков, без вопросительного, без... Или человек тебе совет дал, или вопрос задал. Ну, я это воспринимаю больше как вопрос и даю ответ. Пожалуйста, если вам не трудно, если вы увидели от меня ответ, просто лайкните по нему, чтобы я увидел, что вы его прочитали. А то складывается такое впечатление, что я в никуда просто ответил. Стараюсь отвечать буквально, ну, в этот же день, как задан был вопрос. Западные регионы, конечно, вопросы задают тогда, когда я сплю ночью, но утром встаю, пока еду на работу, я выдаю ответы. На этом с вами прощаюсь ненадолго. С вами был Александр, канал Клуб Садоводов Хабаровск. Спасибо всем огромное за внимание. Всем пока. Викторины. Пытаюсь сделать суперкарлики. Ну, пока подвой держу в секрете, как он еще себя покажет. Вот этому деревцу 2 годика. Будет у нас да. Да, это нектарин.